Всем привет! Вы на канале Мама и Я. Ну и если ты сейчас не подпишешься на мой канал, тебя завалит это пеги! Ладно, это была шутка. Всем привет, вы на канале Мама и Я. Ну и сегодня мы поиграем в симулятор пиги. Как бы это новый пиги, и я тут сначала смотрю... Да ну, топ пиги киллс, я в топ мира попал, но потом понял, то, что это на серваке, а настоящий топ вон там. Итак, давайте сейчас, стоп, что? Сори, но я не собираюсь донатить, спасибо, но я донать не хочу. Так, сел, а вот возможно потом я реально попаду в этот топ, как бы, но это не точно. Опять же, хочу сказать, это не точно. Так, ну, сейчас рюкзак я куплю. Тут, кстати, да, я забыла объяснить правила. Как бы собираем эти мунные штукенции. Так. Стойте, я не хочу вам зла. И потом, как бы, собираем ганс, покупаем, то есть это пистолеты. И вот это, покупаем рюкзаки. Рюкзаки, они какие-то тут странные, если честно. Ну, в общем, надеюсь, вы поняли. Так, сейчас мы эту... О, сундучок. Нет. Мой. Ебой, плюс 150. А это нам хватает на новый сундучок. Вау. Там мемори. Тут зомби-пиги. Я вообще их не вижу. Обычные пиги. Вау, здесь осьминог пиги. Это еще, наверное, одна пиги. А можно сюда вообще зайти? Простите, а можно зайти? Вот правда. Не, ну серьезно, ну для подписчиков. Плохие разработчики. Не хотят, чтобы я сюда заходил. А что если я вас всех там запигелю? Запигелю, это как же угарно все-таки смотрит, звучит. Запигелю. А что, если я вас запигелю? Ладно. Мы купили себе рюкзачок Робби. И сейчас мы даже купим, наверное, зону 2. А тут игроков, кстати, очень много. Нереально много. Но зато за ними гоняются пиги, а я могу спокойно их убивать. Ебой, один килл! Ебой, у меня один килл! А, нет, это второй, что ли, был? У меня второй сейчас был килл? Или мне показалось? Так, ебой, второй килл. Нет, это все-таки второй килл у меня. Сейчас будет третий. Да что ж ты так долго за мной бежишь? Сколько по тебе ударов-то надо сделать? Это очень много ударов по тебе надо сделать. У меня пушку по 50 урона наносит. Ты чё так много? Я по тебя всеми снарядами своими стрельнул практически. Ребята, скажите, пожалуйста, когда эта свинья убьется? Ну, это все-таки как бы зомби-свинья. Так, ну давай, убивайте ты уже. А, нет, это другая. Тогда все норм. Получай. Сундучело. Еще сундучело, да ну! Что у меня так фартит сегодня? Мне так фартит сегодня, на самом деле. Это реально фартит. Вау, еще сундук собрал. На-на-на-на-на-на. Получай. Третий килл у меня. А, нет, не третий. Не третий. Стой, ямбо. Эх, плохая пиги. Ну тут три, я замечаю, спавнится. Три, значит, идем в гансы. Так. За 10-5к я купить, может быть. То есть 10к мне еще немножечко подкопить. Давайте вот немножечко подкопим. Давайте вот немножечко подкопим! Можно стелс сделать? Ага, нельзя, значит. Окей, я вас понял. Так, а давайте вот сейчас я бы хотел бы посмотреть, сколько надо, как бы, снарядов, если так можно назвать, чтобы убить пиги. Только я что-то под нее встал.
Сундучамбуз! Ах ты плохой! Значит, не один я люблю тут сундучамбуз собирать. Плохие люди. Ладно, это шутка была. Так как, а вот вы можете на себя как бы удары принимать? Да, вот так вот можете. Тогда мне будет хорошо. Ну, стоямба! Я хочу посмотреть! Да я хочу посмотреть! Ну, дай 800. Как минимум 800. То есть надо 1000 ударов на нее, походу. Угу. 1000 ударов это немаловато. 1000 ударов это много. Плохо все-таки это. Так, у нас 7к. Если продадим еще раз, возможно, их... А, нет, нет, нет. Кстати, вот если вот будем собирать монеточки, то нам и хватит. То нам хватит собирать. Так, собираем монеточки. Монеточки, буручеточки. Так, собираем сундучамбу. Сундучелу собрал. Еще один сундучела. Ебой. Мой сундучела. Так, 650 на... Да ну, 3 килса у меня. У меня 3 килса на свинью. Ты что такая живучая? Ребят, почему она такая живучая? Ты там... Реально, она живучая очень. Ну, давай. Ну, это мой 4-й килл. Нет, 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 нет. Фух. А где мой киль? Отдайте мой килл. Отдайте мой килл заслуженный. Он заслуженный. Отдайте мой заслуженный килл. Я вас прошу. Так, и у нас 10. Да за что? Сколько он стоит? 10-5к. 10-5к! 10-5к! Короче, мне надо все. Все, надеюсь. 10-04, ну за что? За что? Дайте мне один куйняша собрать. Куйняшу один. Все, спасибо. Куйняшу. Куйняша. Это так смешно. Бре. Не понял. Я что, зря деньги? Я что, по-вашему, зря деньги копил? Значит, все мечи подряд надо покупать. Отстой. Стоп, по 150, а вот это мне уже нравится, 4 килла. А где мой 5-й килл? А где мой 5-й? Объясните, пожалуйста. Отдайте мой 5-й килл. Надеюсь, заслуженный. Ладно. На самом деле, у меня, по идее, должно быть уже 6 киллов. Вот если вот правда, у меня должно быть так. 20к это 27. Нормально у вас здесь ценники. Нормальные, хочу сказать. Вообще нормальный. Так, кто-то здесь с атомной бомбой какой-то. Интересно, много она урона наносит? Отстань от меня. Муран Ютуб. Муран Ютуб. Стоп. О, привет. Снимаешь? Да. 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 Уже сколько тебе раз говорить? Да, я отвечаю. Еще третий сейчас раз спросишь. Добавишь мне в роль. Вас и так. И так. И так. 23. Видят на видосе. Немножечко не понял вопросы. Я не понял. Я, честно, не понял вопросы. Так. Так. О, нет, да е, 5-й килл. Я 5-й килл. Я все патроны свои потратил. О, нет, только не это. Убегаем, убегаем, убегаем. Тут еще одна пиди возродилась. Все, все,
Да ну, я так живучий. Я такой живучий. Я выживаю, да ну, до сих пор. Я до сих пор живу. Я свои коины, которые мне нужны, собираю. Интересно, а спамся сундук, пожалуйста. Чтоб я его собрал и посмотрел. Так, передаю своим подписчикам привет. Ну, привет. О, вот, как раз сундук. И сколько он мне дает? 450. Отлично. Продаем. Что? А я? А, вот. Муран, ты в Ютубе? Ну да. 105К, да. Да. Надеюсь. И мы сегодня разблокируем вторую локацию. Вот, 500 урона. Это значит, не так-то и много. Киллов, ебо. Мне нужен мой 6-й килл. Где мой 6-й килл? Объясните. 40К? Ну нет, я на 40К не буду копить. Я, наверное, на 20К накоплю так быстро. Надеюсь, быстро. Надеюсь, это будет все быстро. Хотя по 250 это будет быстро довольно. Нет, мой сундучок. 1,5К. Тогда это будет довольно-таки быстро. С такими коинами. С такими плодами это будет быстро. Ну ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.